страстях прямо уже месяц. Мне свой педагог привез на пробу. Теперь тебе везет, что у тебя есть такой педагог, который впереди, то есть еще не успели толком в России появиться, а ты уже на них целый месяц играешь. А какие впечатления? Впечатления хорошие. Хорошие. Потому что они намного дольше держатся. Не, то есть более выносливые, да? Ну а ты до этого играл на традиционном? Вот. Или на пианино? Именно до этого серых традиционных. А, на старых. Понятно. 12. На 12. Ага. Ну и кроме выносливости, есть принципиальная в качестве звука разница? Есть, есть. В чем? Во-первых, не зудит более мягче звук. И они сами поплотнее. Угу. Хорошо. Ты что нам сейчас сыграешь? Фантазии на темы из оперы «Фаворитки». А, кстати, какой размер используешь? 3,5 просто. А, то есть без плюсика. Без плюсика. Да. Хорошо. Давайте поаплодируем. Thank you.
Вот как ты считаешь? Просто не все, может быть, знают, что аккомпанировала тебе сейчас бабушка. Ну так было очень хорошо. Очень хорошо? Да. А когда еще и братишка музыкант? Ну, нормально. Нормально? Слушай, я тут совсем для себя нечаянно открыл, он как барабаны, все, завязал с барабанами? Не совсем. Не совсем? То есть параллельно осваивает еще и... Нет, барабаны он освоил, а вот духовой сейчас уже основной. То есть у него сейчас гобой? Да. Супер. Это же вообще шикарно. Концертмейстер, два парня, которые могут лобать дуэтом круглосуточно. Мы как раз тоже играем дуэтом. Ну, так, супер. Мы не можем тебя отпустить с пустыми руками. Пакетик счастья. Петр Черниченко, спасибо большое. Спасибо вам.